Трахея делится на два бронха, которые входят в правое и левое легкие. В легких каждый бронх ветвится подобно дереву. Концы самых мелких бронхиальных трубочек заканчиваются гроздью заполненных воздухом пузырьков – альвеол. Альвеолы густо оплетены капиллярами. Стенки альвеол состоят только из одного слоя клеток. Также тонки стенки капилляров. Вот через эти соприкасающиеся стенки и происходит газообмен. Кислород из воздуха, находящегося в альвеолах, переходит в кровь, а углекислый газ и вода покидают кровь и просачиваются в альвеолярный воздух. Кислород в крови вступает в химическую связь с гемоглобином эритроцитов. Итак, в каждом из 300-350 миллионов легочных пузырьков, образующих массу легкого. Вдох и выдох ритмически сменяют друг друга. Легкие то растягиваются, то сжимаются. Но легкие не способны к самостоятельному движению. И растягиваться, и сжиматься их заставляют дыхательные мышцы, меняющие объем грудной клетки. Эта модель дает представление о том, что происходит при дыхании. Эластичная пленка играет роль дыхательной мышцы, диафрагмы. Она опускается, давление в камере падает, легкие растягиваются и засасывают воздух. Происходит вдох. А когда диафрагма поднимается, объем камеры уменьшается, давление повышается и легкие сжимаются. Выдох. При дыхании объем грудной клетки меняется и за счет сокращения межреберных мышц. Они поднимают и опускают ребра примерно 16 раз в минуту. Это частота нашего дыхания. Разумеется, когда мы спокойны. Интересно, что у мужчин дыхание происходит преимущественно за счет диафрагмы, у женщин за счет сокращения межреберных мышц.